В общем, в рецепте своего первого фильма я, Петр Федоров, собираюсь придерживаться следующих правил. Определенных правил, утверждающих новый российский кинематограф. Я проанализировал существующее, понял, что у него есть, что у него нету, и, соответственно, чего ему не хватает. Итак, новый российский – это нервная, это дрожащая камера, это пираты на похмелье. Кстати, если коньяк наливать ему прямо с утра, снимать он будет чувствовать. Сценарий я ему посылать не собираюсь, как и многим другим. Это вообще заблуждение, что вся группа должна знать, про что сценарий. Нет, не прежде всего оператор. Ни в коем случае. Пусть действие для него будет неожиданным, пусть включаются чертовы инстинкты, пускай он снимет сцену драки как любовную, а любовность – сопряжение триллера, это хорошо. Будет лучше. А еще лучше будет, если оператор будет не единственный человек с камерой на площадке. Надо, чтобы камеры были у всех. Пусть все снимают на свои телефоны, пусть снимают массовка. Все потом в монтажку. Потом разберемся там. Все это не должно быть в этом процессе какой-то заданности, какой-то четкой заданности. Это все здесь. Даже связки между эпизодами. Эта логика может быть, она может теряться. Черт с ней. Жизнь вообще невозможная штука. Я вот здесь, я сейчас, я существую, но я ничего не знаю про себя. Я ничего не знаю про окружающих. Конечно.